после матча с БФУ Севгу мы встретились с игроком команды Севгу Супруновым Максимом. Сейчас мы зададим ему пару вопросов. Максим, расскажи, пожалуйста, все ли цели и планы удалось поставить, ну, воплотить в ходе игры? Ну, игра была хорошая, мы очень хорошо выбегали в атаку, контратаковали. Ну, я считаю, что да, мы выиграли, значит, все у нас получилось. Если бы не вот это пенальти, смогли бы вы забить? Я думаю, да, так как мы хорошо атаковали, у нас были моменты. Ну, удачи вам в следующих играх. Спасибо.